Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру под названием Королевство коротышек. Ну что ж, мы открыли два сундука, у нас это получилось. Заходим в арсенал и смотрим, что у нас добавилось. Начнем с нашего рыцаря. Смотри, у нас очень много мечей. Так, 6 уровня, 7 уровня, 8, 9 уровня. И сейчас мы получим меч 10 уровня. Офигеть, зеленый какой-то рубин. Это что у нас получается? Изумрудный меч зеленый. Очень красивый, здорово. Так, а по шляпе? И мы сможем еще и шляпу ему открыть новую. Ух ты. Офигеть, смотри какой. Это вообще такой забралом шлем. Железный такой красивый, железный шлем. Вообще красавчик. Так, ну что ж, тут больше ничего. А, добавить мы ничего пока не сможем. Здесь по мечам меч не тоже ничего интересного нет. Тут меч уровень, первого уровня мы его удалим. В принципе, нам не нужен. Так, лучница. У нас, смотри, лук 5 уровня, 6 уровня, 7, 8, 9. Так, ну и все. Этот, в принципе, в первого уровня тоже не нужен. Нам они больше не добавляют. У нас такие слабые уровни, как бы это можно повыкидывать, в принципе, эту тоже можно первый уровень выкинуть, там она больше ну, не приходит, такие как бы, только вот высокого уровня, поэтому места не хватит и не знаю, что там будет. Так, волшебник, так, ну все, у нас волшебник вообще по шляпам беда такая, вот на 9 уровне он остановился и все, как бы тоже вот первый уровень шляпа, она тоже не нужна, мы ее выкидываем. Так, второго уровня тоже шляпа, в принципе, не нужна, тоже можно, в принципе, выкинуть. Так, 7 уровня, 8, 6, так, 5, 6, 7 и вот все. У нас что остается? Вот 8 уровень, 2 уровень, 3 уровень тоже. Ну, пусть пока полежат, ладно, посмотрим. Ну, посмотрим, что у нас за рыцарь, что у него, какой у него будет теперь сила, мне интересно. Ну, а по прохождению этого уровня осталось всего лишь 2, даже 3, ну, а нет, 2 уровня сейчас мы, в принципе, сегодня мы должны пройти. Так, проходим. Да, какие мощные, смотри. Давай, рыцарь. Смотри, у меня 2 вида меча, интересно, да? Тыш. По-всякому разному делает. Так, бомбочки сейчас закидываем сразу. Тыш. Так, ну смотри, в принципе, что-то они какие-то легкие, нет? А, ну вот этого сейчас мы быстренько пройдем. Так. Опа, нет, не получилось. Так, эту гориллу нужно убить как-то, я не знаю, она вообще не убивается. Столько много подавали мы всяких штук. Так, вот это сделаем. А, нашего убили, к сожалению, рыцаря. Ну что ж. Ладно, так, бомбочки кидаем. Так, давай вот эту штуку. И сейчас мы выстрелим нашего этого животного мощного. А, лучницу сейчас убьют. А, нет, все, победа. Мы победили. Это очень даже хорошо. Так, ну что ж, в бой. В бой. Сейчас посмотрим. Да, рыцарь у нас очень слабо прокачивается. Так, ждем. Сейчас второй уровень будет. И мы сделаем меч. А, не, хотя мы ему ничего не будем делать. Все, мы и так выиграли. Так, здесь будем сейчас. Тоже мы сейчас меч сделаем. Еще вот такой вот меч. Все, победили. Так, у нас уже у третий у всех уровень. Сейчас мы сделаем бомбочки. Так, победим, нет? Сейчас посмотрим. Нет, надо вот эту, знаешь, пускать. Вот это мощный, как бы мы сейчас всех уничтожим. Все уничтожили. Так, третий уровень у меня есть. Вот эту штуку мы запускаем. Так, меч. Все, мы их победили. Хорошо. Берем лук 7 уровня. Так, будут бомбочки кидаем. Ну, в принципе, мы этих сейчас победим нормально. Я думаю, нормально мы сейчас победим их. Спокойно причем. Так, к сожалению, убили нашу лучницу. И мы воюем с тоже 2 лучника. Все, победили. 32 уровень у меня рыцарь. Ну, очень слабенький, конечно, рыцарь, не знаю.
Самый мощный у нас это волшебник почему-то. Так, арсенал. Сейчас зайдем в арсенал, посмотрим, что у нас тут добавили. Так, тут... А, мы смотри, шлем добавили. Ну, а так больше, в принципе, ничего интересного здесь нет. Так. Вот так сейчас все расставим красиво. Так, здесь у тебя что, улучшится? По лукам тоже ничего интересного нету, по шляпам. Так, 8 уровень шляпы. Ну, все, тут по шляпам тоже ничего интересного нету. Так, и у нас идет вот здесь. О, 8 уровень. Чуть-чуть до 9 не хватило. Ну, ладно, по посохам. По посохам тоже все грустно и печально. Ничего такого нового нету. Ладно, продолжаем. Так, стоп, идем в бой. Так, мы должны сегодня мы должны пройти этот уровень. Я думаю, мы его пройдем. Так, а, тут, в принципе, тут должен быть босс в конце, я так думаю. Да, 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 это тут будет босс. Здесь будет босс. Так, это мы сейчас победим. Угу. Да, сейчас все боссы будут. Это обезьяна-горилла. Так, сейчас должен какой-нибудь... Да, вот этот лучник. Так, все, мы его победили. Потом дальше у нас идет вот этот монстр. Сейчас мы его попробуем. Нам нужно оставить вот эти все мощные штуки для босса. Вот он, босс. О, нифига себе, босс какой. Офигеть. Я не знаю, получится у меня его убить или нет. Так, сейчас попробуем. Нет, наверное, не получится. С первого раза у нас не получится его убить, этого босса. Он очень мощный. Нифига себе, какой босс. Так. Нет, смотри, мы его не можем победить. Даже замораживаем его. Да, короче, ну сейчас попробуем, попробуем. Сейчас подождем. Так, давай. Так, есть. У нас остался один волшебник. Так. Запускаем. Ну, смотри, нормально, как бы, в принципе, его поджарило. Так, и сейчас еще раз выстрелим. Нет, нифига. Нифига не получилось. Но зато мы лук подобрали, смотри, зелененький, 7 уровня. Это достаточно-таки хороший 7 уровень лука. Так, сейчас посмотрим. Так, 8 уровень. Чуть-чуть нам не хватило до 9. Так, ну что ж, ладно. Я думаю, вот сейчас мы этого босса и уничтожим. У нас, я думаю, сейчас это все отлично получится. Так, давайте попробуем. Эх, первый... Босс сейчас, ну, в принципе, он легкий. Вот этот. Обезьяна. Мы его, в принципе, сейчас завалим быстро. Так, дальше. У нас... А, ну, давай мечом его сейчас рубанем. Угу. Подождем. Ну, в принципе, достаточно одного меча. Так, и здесь сейчас. Мы сейчас попробуем тоже мечом его убить. Вот, в принципе, да, отлично. Хотя, в принципе, можно было меч на второго не использовать. Можно было не использовать совершенно. Ладно. Так, дальше. Так, сейчас мы будем делать бомбочки. Бомбочки бросаем. Так, вот эту бросаем. Потом бросаем. О, мечом сразу бьем его. Так, еще мечом бьем. Есть. Так, убили, ничего страшного. Так, стреляем в него. Так, лучница, ждем бомбочки. Так, кидаем бомбочки. И запускаем такой смерч. Ураган запускаем. Так, смотрим. Ну, неужели мы второй раз его не убьем? А ну-ка, сейчас посмотрим. Так, лучница у нас... Давай, оп, стреляем. А, может быть, мы еще успеем? Нет, не успели. Так, ну что ж, я попробую, ну, как справиться или нет. Сейчас, я не буду сейчас использовать ничего. О, нет, мы не справились. Угу. Ладно, сейчас мы справимся. Сейчас мы справимся и уничтожим этого босса. Так, первого вот этого, значит, босса. Как бы здесь, получается, все боссы именно этого уровня. Это у нас горилла белая. Сейчас мы ее попробуем убить. Мы ее убьем сейчас просто мечом. Вот так вот. Сейчас подождем, но в принципе мы сейчас его добьем. Так.
второй. Второй босс мы используем сейчас меч. Сейчас, подожди, сейчас, подожди. А, нет, мы его так сейчас добьем, смотри. Ничего страшного. Не-не-не-не, мы его так добьем, да. А вот этого босса мы сейчас используем этот меч. Вот. Все, мы его добили. И остался у нас главарь. Вот это настоящий босс. Босс. Так, и бомбочки кидаем. И такую делаем. Смерч огненный. Так. Стреляем в него. А, не успел я, конечно же, рыцаря использовать меч. Ну ладно, сейчас попробуем. Так, бомбочки бросаем. Сейчас, в принципе, не нужно торопиться, нужно только на вторых уровнях выпускать оружие. Так, также, ну, мы, наверное, лучницу выпускаем сразу, потому что, ну, не дает сила до нее. Все, она сейчас, она уже погибла, все. И здесь мы... не успел я нажать. Потрачено. Ну что ж, на сейчас-то, сейчас-то точно мы пройдем. Сейчас точно мы пройдем. Так. Угу. Вот сейчас мы пройдем это точно. Так. Этого мы сейчас завалим. Так, ждем. Так, слабый, конечно, удар у него был, но ничего страшного. Так, мы сейчас этого забьем. Получится у нас победить. Сейчас. Так. Вот мы. Вот так мы его убили. Хорошо. Дальше. Так, этого тоже мы сейчас мечом ударяем. Так, мы должны сейчас... Ну, сейчас все. Все, сейчас главный босс. Сейчас главный босс. Мы используем вот это используем, потом вот это меч. Сейчас стреляем, берем еще вот эту, поднимаем. Ну, я много чего, я все использовал, короче, для него. Ну, ему что-то ничего не делается. Интересно, так, какой... А, смотри, какой босс-то мощный. Так, сейчас посмотрим. Давай бомбочки. Так, вот эту сейчас запускаем. Да, босс вообще какой сильный. Ну, ладно, мы сейчас будем... Мы сейчас подождем, сейчас будем волшебником добивать его. Во-первых, сейчас выстрелим. Нет, нифига. Ладно, сейчас запустим вот эту штуку. Тоже нифига. Нифига себе, я не могу его уничтожить. Офигеть. Ну ладно, сейчас попробуем. Ну, вот сейчас точно мы его победим. Вот это мой очень-очень-очень мощный босс, который вот очень сложный босс. Очень сложный босс. Так, что ж мне с этим делать? Давай бомбочки на него сбросим. Нет, нифига, его ничего не берет. Ага, вообще какая-то тактика у меня пошла, что... Не знаю, не знаю, получится, не получится его убить. Вот это вот огненный шар очень такой... Он не доходит, его только на главного босса использовать. Только на главного босса использовать. По-другому, ну никак. Так, босс пошел. Так, ждем. Он наносит урон только нашему первому. Угу. Первому рыцарю. Поэтому мы сейчас ждем максимальные наши виды оружия. Тут, конечно, немножко поспешил, надо было немножко подождать. Поэтому, видишь, как плохо использовалось. Так, добавляем вот эту штучку. Ну, она не сильно его, конечно, его уничтожает. Так, ждем. Так. Как он мог убить только что моего волшебника? Я вот этого понять не могу. Как он дотянулся до него-то, я не пойму. Я опять не победил его. Вот это да. Арсенал. Заходим в арсенал. Угу. Так, смотрим, что у нас здесь есть. По мечам ничего. По этому ничего. По волшебнику. Что у него волшебника? Так. Посох. Посох мы тоже новый не можем дойти. Ладно. Еще раз. Еще раз. Если мы сейчас его не побеждаем, то... Нет, мы победим его. Победим. Так, обезьяна,
это мощная обезьяна, мы ее сейчас постараемся так убить. Мечом. Раз. Нет, меч не очень эффективен. Меч не очень эффективен. Так, второй. Так, здесь мы ждем, когда уже третий будет уровень. Вот. А, нет, мы его так добили. Есть. Мы его так добили. А здесь я использую. Я использую крутилку рыцаря. Так, есть. Дальше мы сразу запускаем вот эту штуку. Да, мы все сейчас запускаем сразу. Все, что у нас третьего уровня, мы все третьего уровня это пускаем, запускаем. Так. Также берем меч. Берем вот этот меч. Крутилку. Так, все, мы сейчас... Так, все уничтожили. Так. Используем бомбочки, пока он стоит на месте. Так, используем мы сейчас ураган, смерч вот этот. И сейчас мы, в принципе, возможно, что мы его убьем. Очень даже возможно. Да, кстати, смотри. Все, мы его победили. Мы победили босса. Есть, ура! Супер, супер, мы прошли этот уровень снежный. Победа! Вообще классно. Мы прошли. Все, у нас остался вот этот каньон. Каньон пройти. Офигеть, офигеть. Ой, спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ссылка на плейлист с прохождением под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось прохождение, пишите комментарии. Всем пока-пока.